Ну, Чавес – это довольно интересная фигура, особенно для Венесуэлы, потому что он выстраивал венесуэльское построение государства в стиле современного социализма, опираясь на учения Ленина и Троцкого. А для нас он интересен, наверное, тем, что у нас очень большие были экономические зацепки с Венесуэлой, как развитие нефтяного бизнеса, как развитие оружейного бизнеса, потому что они взяли у нас и купили 100 тысяч автоматов Калашникова, на 36 миллионов рублей купили патроны к автомату Калашникова, значит, купили огромную партию вертолетов и так далее, и так далее. Это для нас был интересный рынок сбыта и интересная система проникновения в некую другую экономику, развивая свою, конечно, экономику. Поэтому я думаю, что, опираясь на это, Владимир Владимирович Путин и Сергей Семенович Собянин на правах субъектов законодательной инициативы, на правах больших руководителей внесли данное предложение назвать улицу Чавеса, значит, которая находится напротив гостиного дома, въездного дома, который когда-то строила Екатерина, когда посещала город Москву, где-то в районе, значит, между метро «Динамо» и метро «Аэропорт».